я посмотрела на себя со стороны, да, и я поняла, что, по-моему, я расслабилась, потому что всегда у меня, ну, я занималась вокалом, занимала тоже первые места, у меня были дипломы. В какой-то момент я просто расслабилась и считала, что вот я сейчас приеду, и все классно будет. И вот именно после этого я поняла, что мне не хватило той работы, сколько было ошибок, и мне вот захотелось научить еще кого-то тому, что для того, чтобы чего-то достичь, куда-то ехать, хочешь ты стать звездой, хочешь ты стать звездой телепроекта, неважно, ты должен достойно выглядеть, достойно подготовиться, ты должен продумать песни, ты должен их очень долго репетировать, чтобы все было чистенько, вылизано, красивенько. И вот сейчас этим мы занимаемся. Мы с детьми, иногда они говорят, опять эту песню. Я говорю, ты хочешь занять первое место с ней? Давай, мы должны ее петь ровненько, чистенько, мы должны подготовиться, мы должны все сделать. Движение, лицо, чтобы это была твоя песня, удачная песня. Саме тоді, 3 роки тому, на базі Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний» Катерина Лелека почала плекати юні таланти. За 3 года мы успели, во-первых, собрать много талантов. Именно поэтому называется студия «Талант». Мне очень хотелось собрать талантиков, чтобы их развивать. В конце года мы делаем отчетный концерт, где мы показываем, чему мы научились. Мы показываем яркие номера. Наши детки не только поют, они еще ведут наш концерт. То есть каждый отчетный концерт наши детки предстают в образе ведущего. Это тоже их очень развивает, потому что на сцене они должны вести себя, да, уметь вести себя и в роли артиста, и в роли ведущего, потому что прежде всего они актеры. Добрый день, дорогие гости! Мы рады видеть вас сегодня на отчетном концерте вокальной студии «Талант». Мы очень сильно трудились, чтобы спеть для вас красиво. И еще до сих пор немного страшно, и трясутся коленки. Не бойся, Вика, я верю в то, что сегодня все ребята покажут свои таланты, и все у них получится. Все помним, дышим только носиком. Хорошо? Поехали. Вдох и поем распевочку. Вообще, прежде чем петь, нужно сначала наладить свой инструмент, да? Поэтому налаживаем мы инструмент, а в нашем случае это голос, именно техническими упражнениями. Это распевки, которые построены, конечно же, не только таким образом, чтобы мы пели, но и дышали. Очень главное, очень важно в вокале дыхание. Если детеныш хорошо дышит, правильно дышит, да, не грудным ключичным дыханием, а диафрагмальным в животике, он понимает, как это делать, то у нас, конечно же, правильно, у нас упругая диафрагма становится, мы правильно дышим. А значит, у нас появляется красивый звук, сильный звук, когда мы слышим, о чем ребенок поет. Потому что зачастую приходят дети с тихим голосом. Мама говорит, я вижу, что она поет, я хочу, чтобы она громче пела, раскрепостилась. Только не нужно так сильно. Не отрывисто, да? Вытягиваем звук красивенько с животика. Окей, поехали. Понимаю, что вот этот маленький ребенок, который так тихо говорит, он, оказывается, имеет огромный голос, и я говорю, ого, смотри, как ты можешь. Для него это тоже открытие, и с помощью вот каких-то таких упражнений, распевок, ребенок понимает, что он может петь громко. Вот, поэтому, конечно же, любой урок строится на технических упражнениях, как правильно гласную петь, как правильно дышать, как петь четко. Есть скороговорки, которые мы и пропеваем на фортепиано, и проговариваем с детьми, для того, чтобы ребенок четко говорил, потому что у многих просто дефект какой-то речи, и причем с помощью этих упражнений он уходит потихоньку, а у некоторых просто привычка говорить, вот они в семье говорят вот с таким ртом закрытым, и у него привычка, он не понимает, что можно говорить четко с большим ртом и при этом еще и потом классно звучать в песне. Скороговорки. Говорим четко, ясно, открываем большой рот. Поняли? Четверг, 4-го числа, 4 с четвертью часа, 4 черненьких, чумазеньких, чертенка, 4 черными чернилами, чертеж чрезвычайно чисто. Самое главное – это наше дыхание в вокале, поэтому переходим к упражнению на дыхание. Носик дышит громко. Когда носик дышит, живот у нас расслабляется, да? Рука при вдохе
Вторая. Хорошо, хорошо втянули воздух. Молодцы. Животики работают. Головний інструмент наших героїв повністю налаштований на роботу. Тепер попрацюємо над виконанням. Бедна ріня звати сюди. От є руда. Живот протягивай. Как я тогда страдала і по ночам кучала. Чаще одна. Є-є. Вообще, часто занимаемся с микрофонами, просто когда у микрофона села батарейка, мы, например, занимаемся таким образом. Ребенок постоянно должен привыкать держать руку, держать микрофон, потому что это то, без чего артисты не работают на сцене. Конечно же, он должен понимать, что когда он двигается на сцене, у него какие-то движения, микрофон не должен уходить в сторону. То есть наша главная задача, чтобы ребенок привык микрофон всегда у рта. Что бы он ни делал, как бы он ни двигался, микрофон рядом для того, чтобы зритель слышал каждое слово и было красивое, хорошее качество пения. Не все детки от природы раскованы, и есть у нас ребята, которые очень талантливые. Есть у нас Майя Киладзе, очень талантливый ребенок, но она очень скромная такая вот. И потихонечку она для меня открывается. Сначала начала моя сестра петь, потом я выступала в школе, и меня пригласили сюда. Изначально мы боялись спеть эту фразу, которую сейчас мы можем на сцене крикнуть так громко, она изобразит лицом так эту бабку-ёшку, что думаешь, это наша Майя или нет? Я первые еще места не занимала, но я очень хочу занять первое место. Надо что-то сделать на фоне, Даня. Ну, пока что еще не получается. Я думаю, что это закаляет детей, они стремятся к лучшему, потому что изначально они расстраиваются, но потом, когда они понимают, что вот они получили первое место, они стремятся еще больше и больше, даже если у них снова неудача, а это рулетка, не бывает такого, что всегда победитель. То есть тот человек, который там занял первое место, он на следующем фестивале ничего не занял. И мне кажется, это так их хорошо закаляет, они подготовлены к жизни, что в жизни не все у нас ровно сладко, ты не всегда победитель, ты можешь сегодня быть на высоте, завтра ты упал, но надо подняться и идти. Сначала пришла старшая сестра Марина Киладзе, потом ходила на ее концерт ее младшая сестра Майя Киладзе. Ей очень нравилось, как выступает на сцене Марина, и потихонечку пришла к нам уже и Майя. Но у них есть еще маленький братик Давид, которому 4 года, и уже он приходит на репетиции к сестричкам, он уже выхватывает микрофон, он уже показывает, что он тоже поющий, и, наверное, это все-таки грузинская кровь, потому что у них есть в крови Грузия, и это очень важно, потому что у них действительно необычные голоса, поэтому скоро у нас, я так понимаю, будет третий Давид уже в группі, ну і ми цим теж гордимося. Найстарша – Марина. За 3 роки навчання в вокальній студії «Талант» досягла чимало. Вона отримувала перші місця на конкурсах, фестивалях. Та найбільше пишаються і викладач, і дівчинка участю в конкурсі «На зустріч мрії». Марина заспівала в дуеті зі Світланою Тарабаровою. Тримай, я з тобою, хто як не ми, хто як не ми. У нас в кабинете даже висит портрет, где поет Марина со Светланой. Мы часто на него смотрим, вспоминаем. И теперь у нас в планах уже дуэт с каким-то еще известным исполнителем. Сейчас она поступила на первый курс музыкального училища, поэтому я горжусь, что у меня уже есть ученики, которые пошли дальше. Также есть Дарья Бездетная, наша ученица, которая сейчас учится в Киеве, в Университете культуры. Вот. Поэтому очень хочется, чтобы не боялись дети связывать себя с этой профессией, потому что на самом деле у нас почему-то считается, что это профессия бедная и так далее, но наши звезды не бедные, поэтому я им желаю
упорство, терпение и именно вот такого желания дикого, потому что, чтобы пробиться в шоу-бизнес, особенно там задержаться, это нужно быть очень упорным. Не всегда у тех, у кого есть гениальный голос, да, они становятся звездами, потому что у них просто не хватает моральных сил. Вот. Поэтому если они научатся не только держать микрофон в студии, но и держать, как сейчас модно говорить, держать удар, да, в этом мире, а уже мои старшенькие почувствовали, что шоу-бизнес – это нелегко, то я думаю, у них получится, и, может быть, когда-то я буду говорить, а этот ребенок учился у меня, а это будет известная звезда. Все це попереду, а поки що нехай лунає пісня. Находится в таком переходной возраст, где уже они начинают смотреть на друг дружку, кто поет лучше, кто поет хуже. Но все-таки мы стараемся сделать так, чтобы никто был не обижен, у каждого была своя сольная строчка, чтобы, ну, они все-таки были дружны. Я уже пою 2 года, и мне нравится петь, потому что я хочу стать звездой и быть популярной. У меня живет бабушка в Америке. И бабушка хочет, чтобы я в Америке тоже стала популярной. Вчера у нас был концерт, старший ребенок выступал, младшая девочка у нас очень хочет, но ей только 4 года, она очень хочет петь, выступать. Прямо дошло до истерики, что мы не могли ей объяснить, что ей еще рано. Вот ждем, когда исполнится 5 лет, и будем тоже пробовать. Она еще маленькая, и у нее, наверное, не хватает терпения учить одну и ту же песню. Разом із Аксі в ансамблі вокальної студії навчається її двоюрідна сестричка Аліна. Я хотіла виступати і, ну, я бачила, як моя троюрідна сестра виступає, захотіла також петь, і тому я здесь пішла, і тепер я тут. Для того, щоб розкрити індивідуальність своєї дочки, я її віддала займатися пенням, тому що у неї були небольші проблеми з речью. Завдяки заняттям з вокалу дівчинка стала більш розкута. Виступати на сцені перед великою аудиторією відтепер не складає труднощів. Певець мені подобається Майкл Джексон. І моя любима пісня – це «Ялиночка». Майкла Джексона? Yes. Знаменита місячна хода для дівчинки поки недосяжна. Та їй і не потрібно. Вона вивчає зовсім іншу хореографію. Я хожу на танці, на народні танці. Ну і я там танцюю, тому що у мене з дитинства був талант танцювати. А хто тебе таке сказав? Ну, я танцювала хорошо, і мені мама говорила, що ти дуже хорошо танцюєш. У кожного із учасників свій шлях до вокалу. Потому что у нас многие в школе поют, и мне немножко обидно, потому что все поют, а я нет. И я попросила маму, потому что я еще с детства хотела ходить на вокал. Я попросила маму, и она меня сюда отдала. Вона займається в студії лише рік, але змогла себе реалізувати. Як то кажуть, потрапила у правильне русло. Мені кажется, мені краще со всеми петь. А почему?
Потому что, ну, так все могут поддержать друг друга, так и даже не скучно петь. Як і усі юні виконавці, свій творчий шлях дівчинка розпочала співаючи для найрідніших. Найвибагливішим критиком була бабуся дівчинки. Вона говорила, що у мене, ну, що я тихо пою і стесняюсь. Но потом меня мама отдала на вокал, и бабушка больше так не говорила. Платья под цвет волос, ай-яй-я, под цвет волос, ай-яй-я, разноцветная. Платья под цвет волос, ай-яй-я, под цвет волос, ай-яй-я, разноцветная. Незважаючи на свій юний вік, учні вокальної студії «Талант» часто виконують дорослі пісні, глибокі за змістом. Мне приходится находить такие песни, иногда даже переделывать слова, чтобы на фестивале не говорили, это взрослая песня. Вот у нас девочка поет песню «Снег» Ирины Билык. Мы немножечко переделали где-то слова, но ей безумно нравится эта песня, действительно идет. Может, потому что сейчас очень популярен голос Диты, они насмотрелись, что дети могут так красиво петь взрослые песни, и поэтому я уже не могу просто так дать им детскую песню, им уже хочется что-то интересное, что-то необычное, поэтому все-таки мне очень нравится, когда ребенок получает удовольствие от пения, и я стараюсь находить золотую середину, чтобы эта песня могла, ну, все-таки соответствовать ребенку, не петь там о дикой любви, да, который ребенок еще, к примеру, там о любви девушки к парню, естественно, таких песен детям не дам, но стараюсь найти такую песню, чтобы ему было интересно петь, чтобы вообще дети все себя чувствуют взрослыми. И им не объяснишь, что, понимаешь, тебе еще 10, ты не можешь об этом петь. Ну, мы стараемся найти золотую середину. Не шукая легких шляхів, Данил. Ну, я начал петь год тому назад. Меня сюда привела мама, но я позанимался несколько уроков, и мне понравилось это дело, и я начал дальше продолжать петь. Я люблю песни, которые уже взрослые, не люблю детские песни, люблю песни со смыслом. Кроме того, что зрители у нас сидят с тобой напротив, зрители у нас еще есть вот по бокам. Они тоже хотят увидеть тебя, поэтому, когда мы будем сейчас с тобой работать, мы обязательно пойдем и на правую сторону сцены, и на левую, да, чтобы рассказать нашу историю. Нас бьют, мы летаем, смеемся и плачем, внизу оставляя свои неудачи. В зале мы учимся, как мы выходим на сцену, как мы работаем со зрителем, потому что сцена у нас большая, и очень главное, чтобы ребенок учился быть хозяином на сцене, чтобы не стал в одну точечку, да, чтобы он мог бегать по сцене, ходить, гулять, и к зрителю было интересно за ним наблюдать. Кроме лица у нас есть рука. Нас миллионы, покажи, это несложно, хорошо? Работай лицом, рукой, телом, ты весь должен быть живой, не стой. Пусть груз, что крепчаем от новых предательств, подбитой изменой не ждет доказательств, то крыльев лишился, боится влюбляться, но должен над страхом потери подняться. Подняться. Песен в репертуаре. Моя самая любимая песня – это «Нас бьют, мы летаем», потому что недавно я занял с ней первое место. Кумир юнака – канадский співак Джастін Бібер. Данил навіть пісню написав у стилі свого улюбленого виконавця. У меня есть авторская песня, в которой поется «Когда если упал, то ты должен встать и продолжать идти». Трохи поспілкувавшись з юнаком, я зрозуміла, звідки в нього така жага до музики. Моя мама познакомилась с папой, потому что когда-то он поехал в лагерь, он видел мальчика, который играл на гитаре, и к нему все девочки подходили. Потом он приехал с лагеря, попросил папу, чтобы он его научил. Папа его научил играть на гитаре, и в следующем году он поехал в лагерь и начал играть на гитаре, и тогда к нему очень много девочек подходило, и моя мама влюбилась в папу.
Зовсім не дитячу пісню виконує Ада. Занимаюсь совсем недавно, уже выступала на 3 концертах, знаю уже аж 3 песни. Моя любимая песня «Украина, це ти», потому что в ней можно громко петь. Я хочу быть известной певицей, чтобы я выступала и у меня брали интервью. Да, пели детки, самые махонькие наши 6-летки, которые потихонечку взрослеют на глазах. Это очень приятно видеть. Они уже как маленькие профессионалы, знают, как держать микрофон, знают, как двигаться, знают, как выходить на сцену. Они не боятся сцены. Хист до співу Вікторії передав батько. Кар'єра вокаліста у нього не склалася, але в шкільні роки мав непогані досягнення. Був самим головним в хорі. И он пел, а все подпевали. Но когда он послушал музыку в наушниках, он перестал петь. Его талановита донька уже целый рік дарує гарний настрій, виконуючи різноманітні пісні. Найбільше подобається пісня «Кукарача». Потому что она веселая. А ты веселая или нет? Веселая. А чем проявляется твоя веселость? Какая ты в школе, дома? Люблю дурачиться, скажи. Я люблю дурачиться и на папу валяться все время. А папа как реагирует? Мы с ним иногда даже деремся так. Так ты мальчик или девочка? И то, и то. Під час інтерв'ю Віка поділилася з нами своєю мрією. Я б хотіла, щоб після следующего концерта папа мені подарив Барбі. А чому? Потому что я их люблю. Меня сюда привели мама и папа, и мне понравилось петь микрофоны. Когда поешь микрофоны, такой красивый голос. Дівчинка дуже захотіла, щоб у неї вдома був цей чарівний пристрій. Батьки із задоволенням придбали мікрофон. Тепер маленька Тая може влаштовувати справжні концерти вдома. На фестивалі «Країна талантів» дівчатка отримали диплом 2-го ступеня за виконання пісні «Модниця». Давайте і ми її послухаємо. Важно, что это вокал, хореография, театральный кружок. Чем бы ребенок ни занимался, мне кажется, ну, конечно же, если ему это хоть чуть-чуть нравится, это развивает ребенка, раскрепощает. В жизни таким детям будет однозначно легче, потому что раскрепощенный ребенок, ребенок, который может идти к своей цели, ребенок, который может принять поражение, подняться, идти дальше, ему будет легче, мне кажется, чем тому человечку, который не привык проигрывать, вернее, тому человечку, который, ну, вообще не привык сражаться и видеть, что кто-то может быть лучше, которому всю жизнь говорили, что ты самый лучший. Поэтому у нас такая вот школа жизни, я бы сказала, не просто вокал, а школа жизни. Якщо ви мрієте потрапити на телебачення, хочете розповісти про ваш дитячий колектив, пишіть мені на електронну адресу, яку бачите на екрані. Відповім кожному.